41-летний Евгений Плющенко в молодости был не чужд эпатажу. Чего стоит хотя бы легендарное выступление фигуриста на чемпионате мира в 2001 году под песню «Секс-бомб», где он позволил себе щеголять в образе стриптизера. Но, как известно, по-настоящему тогда спортсмен не раздевался, под одеждой у него был костюм, имитирующий обнаженное тело. Поэтому поклонники были сражены наповал, увидев своего кумира в одних трусах. В таком виде Плющенко предстал на свежем видео, появившемся в соцсети. Олимпийский чемпион станцевал на камеру в бежевом плаще, который под конец распахнул и явил всем белые боксеры. Никто не ожидал от спортсмена подобной откровенности, так что ролик вызвал неподдельный интерес публики. А еще оказалось, что фигурист обладает выдающимися формами. Конечно, все знали, что у Плющенко спортивное телосложение, ведь он до сих пор регулярно тренируется, но вот интимные части его тела заставили женщин ахнуть и позавидовать Яне Рудковской, уже больше 10